Культура без колес. Транспортные изменения ожидают автопарк культурных учреждений Автограда. Исполком города передал транспортные средства спортивных школ, театров и других организаций Центру производственно-технического обслуживания. Такое решение было принято из-за невыполнения требований эксплуатации машин. Во всех автобусах должны быть установлены тахографы, ГЛОНАСС. Они должны ежедневно водители проходить медицинское освидетельствование при выезде. И, конечно же, механик должен посмотреть автобус. Но, как показала проверка, ни у одного бюджетного учреждения не было медиков, которые бы проводили осмотр водителей. Кроме того, не проверялось техническое состояние автобусов, в связи с чем исполком города изменил условия перевозок. 77 единиц техники перешли на баланс города. Воспользоваться транспортом творческие спортивные коллективы смогут, но лишь по предварительной заявке. Транспортные средства будут предоставляться бесплатно за счет средств муниципалитета согласно муниципального задания. И поэтому они могут выезжать, они могут участвовать в соревнованиях и спокойно заказывать автобус и выезжать.